он вот этот уникальный, который вызывает ненависть и злобу на у англосаксов и у европейцев. Потому что можно быть русским и быть вон там сейчас и со всей лить на нас град. А можно быть не русским, но больше, чем русским. Потому что это вот мы все, многонациональная Россия, белый или, извини, мусульманин, любовь к человеку, независимо от его этнической принадлежности, конфессиональной принадлежности. Впервые я хочу дать слово Алене Александровне. Это она организовала женщине, прекрасному директору. Она запустила туда заявку. И наша книга получила высшую оценку. Она стала лучшей, значит, лучшим справочным изданием по истории и культуре казачества. Здесь вот... Конечно, сегодня такой очень неординарный день для меня, соответственно. Корнилов, пошли от Корнилова Дурынина, атамана Тобольского. Я тоже иду от него, кстати. Но мой предок Иван, Андрей Иванович Дурынин,